Выдаем, друзья, сегодня сразу два автомобиля от офиса. И эти обе Mazda, что Axel, что CX-3, забирают наши клиенты, друзья, самостоятельно. 4,5 балла, GC комплектация. Мы будем разыгрывать интересные штуки. Поистине народный минивэн, просто блеск в исполнении РС. Всем привет, друзья. Как всегда, включение с нашей стоянки. Немножко стояночка у нас понабилась. Показываю вам машинки, которые сейчас у нас здесь находятся. И давайте пойдем постепенно. По каждому автомобилю я покажу и расскажу, что за автомобиль. Краткая информация, город и цена. Конечно же, цена. Для нашего клиента Андрея Mazda Axel 2009 год, 4 балла оценка, 105 тысяч километров пробег. И бюджет в РФ данный автомобиль, с учетом всех расходов, друзья, 820 тысяч рублей. Да, и такие уже, так скажем, возрастные автомобили из числа Mazda покупают, не только свежие, да, Axel, и вот такие Axel-ки тоже берут. И, в принципе, они тоже имеют право на существование. Здесь у нас классический седан Mazda Axel, полторашка, передний привод. 4 балла у нас оценка, друзья. Прошли мойку. Конечно, год автомобиля сразу видно, выдает, да, так скажем, ЛКП, которое требует уже внимания, полировки как минимум. Фары тоже, да, желтенькие, нужно полировать. Давайте посмотрим салон. Ну, в салоне здесь, в принципе, все хорошо. Состояние относительно этого года хорошее. Есть какие-то у нас моменты по торпеде, какие-то коцки, еще что-либо. Так, в общем и целом, неплохой автомобиль. 820 тысяч рублей в Владивостоке. Следующий автомобиль — это снова Mazda. Mazda CX-3 для нашего клиента Антона обошлась, сразу вам скажу, 1 080 000, с учетом всех расходов, до Владивостока, друзья. У нас R-ка, полторашка, дизель, 52 тысячи километров пробег, друзья, и 16-й год выпуска. То есть у нас есть подкрас капота, подкрас по левой стороне и также замена элементов по правой. В общем, видавшая виды Mazda. Но тем не менее, то есть сделано все нормально. За машину как бы не стыдно. Она у нас, кстати, на зиме пришла. И за 1 080 000 это очень хорошее предложение. Зимняя резина. В принципе, так вот по кузову все хорошо. Только что прошли мойку. Давайте посмотрим салон. В салоне тоже все нормально. Кожаный руль у нас здесь, хорошая, в принципе, комплектация. Кожаный салон. R-ка, 52 тысячи пробег, дизель. 1 080 000 в Владивостоке. Красный цвет кузова и черный с красным интерьер в салоне. И эти обе Mazda, что Axel, что CX-3, забирают наши клиенты, друзья, самостоятельно. То есть вы можете забрать автомобиль самостоятельно, на стоянке автомобиль вас дождется, или вы можете воспользоваться транспортной компанией, как сделал наш клиент, который заказал санкционную Mazda CX-5, и отправится она у нас в Иркутск. Вот такая красота. Просто парад Mazda сегодня. И Чингана. Это Mazda у нас, друзья, 21 года, 4,5 балла оценка, 2,5 мотор в S-комплектации. Камеры кругового обзора у нас есть, друзья. Электрорегулировки сидений, комбинированный салон, память сидений. Пожалуйста, подогрев сидений, подогрев руля. CX-5, конечно, очень нравится. Музыка Базе, в том числе, у нас представлена. Хороший семейный кроссовер во всех смыслах, друзья. 4,5 балла, 21 год, 20 тысяч пробег. Фактически новый автомобиль. И бюджет на подобный Mazda CX-5, друзья, с аукционом в Японии, от 2 300 000 рублей. 2,3 миллиона, пожалуйста, вы можете рассматривать подобный автомобиль. Для нашего клиента Максима его Suzuki Jimny Sierra, друзья. 4,5 балла, GC комплектация, 10 тысяч пробег на японском техосмотре. Это 21 год выпуска. Вот такой классный, практически новый Suzuki Jimny Sierra. Хорошая комплектация у нас. Такой весь на мелких тюнячках.
выглядит стильно, красиво. Вот такие доехали до нас фирменные рамки Suzuki. Всякие накладочки вот такого плана присутствуют, крутые. Прям прикольный джим. Как всегда, традиционно очень популярен. И есть вот такие, друзья, у него реснички еще. Сразу должны были обратить внимание. Омыватели фар есть. 4,5 балла. 10 тысяч пробег на японском техосмотре. JC комплектация. Я обошелся, друзья, данный Suzuki Jimny Sierra для нашего заказчика 2 миллиона 125 тысяч рублей с учетом всех расходов до Владивостока. Тканевый салон, кожаный руль, управление круизом, магнитолой, задний ряд, пожалуйста, кондовый джим, подогрев сидений у нас здесь есть, соответственно, для 4WD самая полезная фишка, коврики штатные, кондиционер дует, холодит, пробег, пожалуйста, 10 тысяч. Сегодня выдаем нашему клиенту. Друзья, кто следит за нашим телеграм-каналом, знает, что мы будем разыгрывать интересные штуки для ухода за вашим автомобилем. Большой будет набор. Здесь сейчас появляется фотография. То, что туда входит, это полный комплект по уходу за автомобилем. И в этом видео мы начинаем его разыгрывать. Условия, как всегда, максимально простые. Это быть подписанным на наш YouTube-канал, быть подписанным на наш телеграм-канал, поставить обязательно лайк в этом видео и написать комментарий также под этим видео. Указать, откуда вы смотрите, город. Можете написать пару строк и указать обязательно последние 4 цифры вашего телефона. И через некоторое время мы подведем итоги и выберем счастливчика, кто заберет большой набор по уходу за автомобилем. Там и ручная мойка, и бесконтактный шампунь, и средства по уходу в салоне, и для чернения колес. В общем, полный набор, чтобы вы могли ухаживать за своими новенькими шикарными автомобилями. Выдаем, друзья, сегодня сразу два автомобиля от офиса. Это Toyota Premio и Honda Freed. Поговорим немножко о Honda Freed. 17-й год, кузов GB5. Это передний привод, 1,5 литра. 4 балла у нас оценка. Соответственно, GB5 это значит, что бензин передний привод. Есть также Freed в кузове GB6. Это будет у вас полный привод. Одна электродверь у нас с левой стороны, 3 ряда сидений. Это G-комплектация, друзья, 17-й год, 4 балла, 64 тысячи километров пробег. И обошелся данный Freed для нашего заказчика в 1 миллион 450 тысяч рублей с учетом всех расходов до Владивостока. Ждем нашего клиента и будем выдавать от нашего офиса. Для нашего клиента Анастасии вот такая шикарная Toyota Premium, друзья, непростая, на моторе 1.8 в комплектации EX, это 18-й год выпуска у нас на светлом салоне, в общем, моя любовь практически. А вот этот цвет, он вживую смотрится просто шикарно, особенности, конечно же, на светлом салоне. Купили мы машину на аукционе фиксированной цены, чистейший салон идеальный. 18-й год выпуска, пробег 49 тысяч километров. Стоимость данной премию с учетом всех расходов до Владивостока 1 миллион 920 тысяч рублей. Премия в комплектации X. Давайте еще раз, друзья. 4,5 балла, 18-й год, 1.8 двигатель комплектации EX. Хорошее исполнение у нас. Это хорошая оптика, сонары. И, конечно же, мотор 1.8, то, что больше всего впечатляет. И электрорегулировки сидений. 1 920 000 бюджет в Владивостоке, с учетом всех расходов, 49 тысяч пробег. Кожаный руль с косточкой, как мы привыкли это говорить. Вот такие ставки под дерево у нас. Как говорил, сегодня выдаем и премию, и Honda Freed. И все от офиса. И ни одно наше видео, друзья, не обходится без Honda Step Wagon. Это поистине народный минивэн для нашего клиента Евгения автомобиль. 4,5 балла оценка. Это R3 кузов, спада, 85 тысяч пробег. Классный вариант. Кузов RP3. Соответственно, друзья, это у нас
19 год выпуска, завезли как проходной. И обошелся он для нашего заказчика 1 миллион 980 тысяч рублей. Мы очень много показываем для вас, друзья, степов. И, пожалуйста, этот автомобиль не будет исключением. Хорошая комплектация. Две электродвери. Пожалуйста, второй сплошной ряд. Дверь фирменная, да. Ваку-ваку. Кстати, мы купили новый степ-вагон. Скоро он придет, и мы снимем видео. И там от этой идеи отказались. Пожалуйста, эти ряд аккуратно убран вниз. Не знаю даже, в каком цвете мне больше спада нравится. Степ в белом или в черном. Еще раз, друзья, кратко по автомобилю. 19-й год, проходной, 85 тысяч пробег, 4,5 балла оценка, 1 980 000, цена здесь, в Владивостоке, под ключ. На летней резине. Кожа на руле, как новая практически. Хорошая мультимедиа здесь у нас большая. Сегодня мы вручаем Евгению его замечательный степ. Следующий автомобиль — это снова Honda. Honda J для нашего клиента Александра. Автомобиль у нас отправится в Екатеринбург. 4 балла у нас по автомобилю оценка. 1,5 литра. Комплектация RS, передний привод. 54, по-моему, тысячи километров пробег. На аукционном листе были замечания, друзья, у нас. В частности, по арке и по дверям. И мы для Александра организовали в Владивостоке ремонт. Ремонт осуществили, автомобиль помыли и будем отправлять, передавать в транспортную компанию. Весь идеальный, черненький, красивый Джейд. Просто блеск в исполнении РС. Прикольная машина, и почему-то сейчас на нее, друзья, прям такой, скажем, небывалый спрос. Хондовская стилистика в салоне. Комбинированный салон, все-таки комплектация у нас хорошая. Такой космолет, и многие его называют конкурентом Prius Alpha. Здесь вообще два фактически отдельно стоящих кресла. Очень прикольно выглядит. Такой бизнес-джет у вас из числа универсалов. 4 балла, 15-й год, 1,5 литра, передний привод, комплектация RS. 55, по-моему, тысяч километров пробег. Аукционного листа, к сожалению, в машине нет. И обошелся он для нашего клиента Александра в 1 400 000 рублей. Цена под ключ здесь, в Владивостоке. И еще один, друзья, степ-вагон для нашего клиента Филиппа в дорестайлинге. Бюджет данного автомобиля в Российской Федерации до Владивостока составил 1 400 000. И, в принципе, это очень хороший бюджет для данного Honda степ-вагон. Оценка R у нас, замена крышки багажника. Все, как мы любим, друзья. 18-й год выпуска, РП-1 кузов, 126 тысяч километров пробег. В обычной G-комплектации. Да, не спада, сразу видно, что отличается у нас передняя часть автомобиля. И сразу мы также увидим отличия по салону и, конечно, по задней части. У нас нет надписи спада, но при этом у нас есть наша с вами любимая дверь, которая открывается с двух сторон. Также электродвери сзади, два отдельно стоящих кресла. В предыдущем степ-вагоне мы с вами видели, там был единый у нас ряд. Здесь, пожалуйста, два отдельных кресла. Ну и, в принципе, по передней части особых отличий нет у нас. Руль не кожаный, ну и сиденья у нас такие из коричневого велюра. Летняя резина. Оптика. Галогенки у нас обычно идут. Ну, пожалуйста. Пробег 126, как будет выглядеть сиденье водителя. Есть у нас тут для зарядки телефона разъемы, подключения HDMI. В общем, нормально по оснащению. За 1 400 000 это, ну, идеальное предложение на сегодняшний день. 18-й год,
126 пробег, оценка R. Замена крышки багажника. Для нашего клиента Алексея, его Сиента, который он заберет сам буквально через пару дней, 1 350 000 бюджет данной Сиенты. Теперь немножко о самом автомобиле. Передний привод, бензин, 1,5 литра, 4 балла оценка, 52 тысячи пробег на японском техосмотре, проходная, ну и в принципе хорошая Сиент для своего года и вообще для своей цены. Вот, пожалуйста, передний привод Сиента уже, соответственно, в рестайлинге она уже идет у нас. В черном цвете. Тоже Сиенту часто спрашивают, часто хотят купить. Соответственно, у нас уже климат-контроль. Сразу видно, что это G-комплектация. Климат у нас не печка, да, как на X-ушке. Уже руль кожаный идет. Сиденье такого двухформатного типа, так скажу. Электродверь. 1 350 000, цена под ключ данной Сиенты во Владивостоке. На зиме, кстати, приехала. Вот когда надо, на зиме не приезжают. Когда не надо, летом приезжают на зиме.